Здравствуйте! Сегодня наш мастер-класс посвящен изготовлению елочных игрушек из самых простых доступных материалов, из цветной бумаги. Вот у меня есть нарезанная вот такая вот бумага. Я ее сложил пополам. Один краешек мы с вами проклеиваем. Это клей ПВА. Складываем. Это есть. Много клея использовать не нужно. Вот, теперь нам нужно эти две полоски под прямым углом соединить между собой. Здесь мы промазываем внешний край вот таким образом. И здесь тоже. Вот этот краешек надо промазать. Вот, соединяем под прямым углом, и у нас получается вот так вот скрепленные две полосочки. Дальше мы эти полосочки последовательно складываем также под прямым углом, одна за другой. Складываем в одном направлении, чтобы у нас получилась такая, что-то вроде гармошечки. Гармошечка такая получилась. Вот таким вот образом. Вот таким образом получилась вот такая гармошечка. Здесь остается вот лишний кусочек. Он немножко выступает. Что мы с ним делаем? Подрезаем. Буквально 3 мм мы подрезаем. Остальное подклеиваем. Промазываем клеем, складываем. Вот так вот. У нас получается вот такая вот гармошечка. Это будет основа нашей свечи, елочной свечи. Вот. Что нам нужно сделать? Естественно, нам нужно сделать пламя. Вот я взял кусочек бумажки, который, ну, может быть чуть шире нашего треугольничка, складываю пополам, обязательно набрасываю вот такое вот пламя. Вот так. Здесь у нас пойдет, это, наверное, много, вот такой вот лепесточек для того, чтобы подклеить. Вот. И в сложенном виде я вырезаю наш пламя. Обязательно оставляю, чуть захожу за линию, чтобы у нас линия не была видна, потому что она нам не нужна. Здесь можем сюда прийти и
подрезаем таким образом, чтобы у нас получилась вот такая вот складная модель. А, можем вывернуть даже наизнанку. Вот, теперь.